Всем привет! В этом видео я покажу простую самоделку, которую можно сделать из нерабочего мобильного телефона. Итак, приступаем к разборке телефона. В нижней части корпуса находим микрофон и разбираем его. Теперь к контактам микрофона припаиваем провод. Далее берем старый ненужный маркер и разбираем его, как показано на видео. Часть корпуса нужно отрезать. Нагреваем иголку и на наконечнике от маркера проделываем два отверстия. Теперь берем шпильку, разбираем ее и заводим в проделанное отверстие, и после этого собираем обратно. Заводим в наконечник шнур от микрофона и с обратной стороны фиксируем его, чтобы он не оторвался. Накрываем микрофон тонкой тканью и фиксируем ее частью от корпуса. Все аккуратно подрезаем и закрашиваем черным маркером. С обратной стороны припаиваем разъем мини-джек 3.5. Все, самоделка завершена. Теперь переходим к ее испытанию. Раз, 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 два, три, раз. Как видите, у нас получился петличный микрофон из нерабочего мобильного телефона. Раз, 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 два, три, раз. Кому такое видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока.